Ну вот, дорогие, я в парке, который сделали в Палихе. За 100 миллионов, говорят, сделали. Ну, как интересно там, сколько уточек плавает. Вот жалко, что у нас все время на озере уточки погибают. Кто-то их выстреливает. Давайте я вам пройдусь и покажу все, что тут сделали. Здесь вот фонарики в этих столбиках, они освещают дорожку, фонарики вверх. Ну, мне кажется, зря вот не убрали этот памятник. Он хоть какую-то историю, говорят, хранят, но все это история и убийства, история кровавая, сколько в том числе и палешан здесь было расстреляно. Вот храм палешский. Здесь вон что-то постригают и каким-то образом прихорашивают. В храме-то я не был ведь ни разу. Давайте я зайду, покажу вам храм. У меня это всегда получается показать. Ну, выгонят так выгонят. Господи, благослови. Царица. Господи, помилуй. Двухэтажный храм. Здесь когда-то богатые сделали себе второй этаж. Вот палешский храм. Здесь настоящие палешские росписи. И здесь он как музейный экспонат еще к тому же. Все это сохраняется и бережется. Вот так. Это зимний предел. Тут несколько алтарей. Три алтаря здесь внизу. Пресвятая Богородица, спаси нас. И там наверху тоже алтарь. По такой лестнице поднимались. И там, видите, тоже алтарь. И служили для богатых отдельные службы там в свое время. Ну вот так. Зашли и выходим из храма. И у нас кровавый царь перед глазами. Зря не убрали. Спускаемся ниже, потому что парк сделали и вниз тоже. И в целом, честно говоря, есть недостатки. Ну, например, вот эти дорожки плохи для того, чтобы в них ходить. Ну, гляжу, бетоном здесь вот уже добавили бетончика. Здесь кто-то ругался, зачем обрезали липы. Ну, липы они опять будут круглыми. Они умеют отрастать. А сюда спустили вот такой прогулочные дорожки. Тоже сквер. Вот еще раз вам храм снаружи. Этот цвет палешане берегут. Им этот цвет нравится. Этого храма вот здесь сделали такие площадочки. Как вам такой скверик? Отлично. Да? Понравилось, как все-таки? Да, здорово. Обделали. И с ребеночком погулять есть где, да? Да, да. Видите? А поначалу некоторые ругались. Зачем такие деньги? Зачем мы их истратили, лучше бы мы
это все на производство, на мастерские, например, на шуйские потратили. Тоже надо, конечно, красота, когда что за прелесть сказки, это пушкинский здесь уголок, видать, скамеечка. Я-то предлагал им вот у той стены сделать вообще сцену и там поставить лавочки, можно бы летние концерты здесь сделать. Ну, как-то до этого не дошли. Делают там на входе, на храмовом. А здесь вот вполне можно было. Ну ладно. А показал я это все к тому, что у нас тоже Пестякат собирается сделать реконструкцию. И эта реконструкция должна быть умная. Не надо просто так взять и затратить на что-то деньги в угоду двум-трем человекам. Главное у нас все-таки озеро. Если нам хорошо отреконструируют озеро, так чтобы дорожки были, светились, пристань была, лодки можно пустить и все остальное, тогда у нас и город заживет. Люди захотят приезжать на отдых, отдавать своих внуков нам на отдых и всячески радоваться тому, что у нас здесь происходит. А пока вот у нас, если придумали, что мы где-то там устроим парк у больницы, это частично еще что-то устроим у стадиона, то это тоже мало для кого. А вот озеро, оно, в общем-то, для всех. Все, спасибо за внимание. Я потерял, где машина, которая меня привезла. Так что вот вам Палях с его парком. Тут он продолжает что-то делать. А я пойду искать машину. Все, спасибо за внимание.